Чем кормят детей в школах Дагестана? Чтобы выяснить это и проверить организацию питания школьников, в республику прибыла заместитель министра просвещения России Екатерина Толстикова. Рабочая группа провела мониторинг в школах Хасавюртовского и Кизлюртовского районов. Об итогах рейдов в сюжете Хадижи Курбановой. У нас сегодня в меню гороховый суп, гречка с котлетой, а на десерт у нас пряник с грушей и компот из кураги. Питание по расписанию. Дети в начальной школе каждый день в порядке очереди бесплатно получают горячие блюда. Ученики, обучающиеся в первую смену, приходят на завтрак, а те, кто во вторую – на обед. Оценить качество и проверить безопасность блюд в район прибыла рабочая группа во главе с Екатериной Толстиковой. Качество блюд в школе села Петраковская и в новой школе в селе Теречное Хасавюртовского района, по словам замминистра просвещения, не вызывает опасений. Последнее общеобразовательное учреждение выбрано не случайно. Школа в Теречном построена по поручению президента страны. Здесь довольно большое село, это Хасавюртовский район, Республика Дагестан, около 1000 жителей в этом селе. И здесь функционировала старая аварийная школа на 120 мест, ребята учились в 3 смены. Сейчас это новая школа, 300 мест, первая смена. И мы сегодня приехали посмотреть, как организована здесь работа. Делегация проверила состояние пищеблоков и столовых в новой школе, встретилась с поставщиками продуктов, поварами и родителями учащихся. Родители, кстати, также обеспокоены вопросом, чем и как кормят их детей, поэтому наиболее активные помогают в контроле за качеством питания. То, как приходилось учиться в прежнем здании и какая там была столовая, они вспоминают как страшный сон. Раньше у нас пищеблок был, да? Находилось все в одной комнате. И повара, и дети. Умывальников, если ручной поставили, и все. У нас не было умывальников. У нас не было вообще элементарной гигиены для детей. Мы реально боялись. У нас очень активный родительский комитет. И постоянно даже сейчас хотим сделать график, чтобы каждый день кто-то приходил, посмотрел, проверял качество и питание, и вовремя, и меню будем проверять. Детское питание, согласно закону, должно быть здоровым. Никаких вредных добавок, усилителей вкуса, ГМО и других опасных для здоровья веществ. Кроме этого, в меню не допускается включать повторно одни и те же блюда в течение одного и двух последующих дней. Ну а пока Роспотребнадзор регулирует соблюдение всех вышеназванных правил, ученики делают свои заказы. А вот что бы тебе хотелось, чтобы тебе там дали кушать? Рыбу, рис, чай, яблоко. А еще, что ты еще любишь кушать, расскажи. Ну, я люблю еще пиццу. Чем бы ты хотел, чтобы тебя накормили в столовой? Например, не знаю. Ну, что ты любишь кушать? Люблю шаурму. Шаурму? Да. Отметим, что финансировать питание в школах будут за счет средств из федерального и регионального бюджетов. Проверку качества питания школьников инициировало Минпросвещение России во всех регионах страны. В Дагестане они пройдут в 14 наиболее отдаленных муниципалитетах республики. Хадижа Курбанова, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Хасавюртовский район.